до тех пор, пока не будет достигнут желаемый результат. Затем промойте волосы большим количеством теплой воды и определите степень удаления краски. Для окрашивания рекомендуется использовать крем-краску на один уровень выше выбранного. Всем привет! Сегодня я вместе с подругами, вместе мы все решили осветлить мне волосы. Как говорится, волосы не зубы, отрастут новые. Поэтому, в общем, мы решили поэкспериментировать. Взяли вот такую смывку Color Off от Estelle. Почитали инструкцию, очень важно соблюдать инструкцию. И, в общем, сейчас мы начинаем. Снимаем, да? Угу. Там просто это, видишь, напротив окна. Все за раз не будем. Обязательно работаем в перчатках. Угу. В масках. Так, вообще, один к одному, но я буду на глаз. Там, короче, есть такой нюанс, что всю сразу нельзя, потому что у нее действие, короче, там 20 минут и все. Все, наверное, достаточно. 5. Фу. Как она невкусно оказывается. Тухлым яйцом. Запах тухлого яйца. Да, я сразу учухала, я же вам сказала. Так, все перемешиваем. О, боже мой. Ну да, запах оставляет желать лучшего. Так, волосы нужно разделить на две зоны, как они там называют, коммерческая зона. Так, Лен, я буду это, или, блин, мне перчаток больше нет, как мне с тобой сделать, тебе одну дать перчатку? Можно пакетики обычные. А ты думаешь, я буду дома? Просто я хочу и сама. Так, еще руками по ним поводи. Во. Если у вас нет перчаток, можно использовать обычные пакеты. Вот так их завязать? Да, завязывайте вот так. Вот. И все. Так вы защитите свои ручки. Наносите средство вначале на кончики, поднимаясь вверх. Я немного еще теплом поработала, то есть закутала голову в пакет, в полотенце и феном. Пока не снимала состав, вот такой получился на данный момент результат. Так, сейчас буду снимать и наносить еще раз, потому что меня не устраивает тот результат, который получился. Просто стягиваем. Так, после второго раза вот я смыла состав, нанесла шампунь, значит, раз смыла состав, потом нанесла вот этот третий бутылек, и после него еще три раза смыла шампунем. Вот такие получились волосы сейчас, и будем смотреть, какие они станут после сушки. По качеству что хочу сказать? Что хочу сказать по качеству? Чирик-чирик. По качеству хочу сказать, что честно, волосы стали хуже. Вот я прям ощутила такие более жесткие. Без бальзама прямо они такие. Это сложно расчесывать. Даже рукой так проводишь, путаются. Потом бальзам нанесла. Получше стало, но все равно существенная разница. Так, сейчас посмотрим, что получится. Ну, давай. Ну, все руками. Угу. Вот конечный результат. После двух смывок получился вот такой вот у нас цвет. Такой. Через неделю-две будем снова краситься. Так что посмотрите видео.